Всем привет! Если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал, с вами DriveFoyer. Добро пожаловать в ролик по нашему путешествию в Абхазии, город Пицунда. Выпуск номер 3. Сегодня мы прогуляемся по берегу Черного моря рядом с огромными и красивыми мысами. Без долгого вступления, надеюсь, вам понравится ролик и приятного просмотра. Конечно, горы записать, это вообще класс. Не по воде будешь ходить. Но, камушки, вон, кстати, скала. Слышь, Тём, вон скала. По-моему, да, фиолетовая вода. Да, да. Ну, отсюда, кажется. Ну, это отсюда, кажется, на самом деле. Я плыл туда от берега, вот как я вчера на матрасе был, почти так же. А там очень глубоко. Это же... Ой. Ну, если ты их закрыл. Я вот так это естественно. А вниз можно? Но бывают люди, которым и на это все равно. Нам, помню, в школе или в садике говорили постоянно, типа, это, ну, когда гулять идем, говорит, посмотрите на солнышко. Я всегда глаза закрывал. Потому что здесь я не знаю. В том ты прикол. Вот я потом говорю, я поэтому закрываю глаза. Ты не умрешь, но... Ты не умрешь, но глаза у тебя... У тебя будет ночь. Вечная ночь. Да. Ой, массаж ног. Опять. Ой, а тут знаешь, когда у тебя на ногах песок, и ты об камушек, и ты на камушке наступаешь, у тебя колет ноги. Да. Слушай, они реально с нами? А, есть. Сюда... Чё они? Не знаю. Ё-моё. Тут прям минное поле. А тут ёлки почти нет, кстати. Раньше, кстати, вот этого, по-моему, не было вообще, пансионата. Пансионата вот 3 года назад не было, по-моему. Я не помню уже. А может, и был. Ну чё? Смотри, какие здесь волны уже. Все, народ пропадает. Народ исчезает. Вон, смотри, сколько колючек. В смысле, тупик. Ну, для всех. А, ну да. Машины тут уже не проедут. Это да, только если... Да не, они не проедут. О! Тут можно спрятаться. Чего вы с нами бегаете? Тут можно спрятаться от волны. Все, ребята, идите назад. Они... Ты их типа снял? Да, вот, я снимаю. Нифига там пещера под корнями. Такое логово. Опа, мы экстремалы. Идем по камням. Менюга. Вот этот волны, во! Вон тебе скала уже. И там, вон, видишь, вода, фиолет, там водоросли. Все. Вот здесь уже место, не тронутое человеком, так сказать. У-у-у! Вот это волны. Ну что тебе надо? А тебе что надо? Отстаньте от меня. Ой, елки-палки. Смотри, прилив, да, это что? Деревяха. Смотри, а внутри-то? Да. Вот трипофобия. Тут гнездо чье-то было. Возможно, осиное или это самое. Ну, нет, оно слишком маленькое. Все равно много дырочек. Вместе, очень много дырочек. Нет. Это гнездо. Ну, вон, вот видно, белые эти самые. Да, да. Смотри, сколько тут камней. Ёлки-палки. Вот тебе первый мыс. Любуйся. Да, это... Вот он. Первый мыс. Преодолели мы его. Ну, да, это его
останьтесь здесь и уединитесь. Уединитесь здесь. На нам идти не надо. О, смотри. Все, теперь по камням только. До второго мыса доходим. Я бы уплощу здесь прям. Смотри, сейчас загляну. Это только при первом, Тём, это только первый мыс, понимаешь? Все впереди еще. Вот такой. О! О! Все, ноги мокрые. Ты не против попасть в кадр? Вон они. Давайте, оставайтесь здесь. Вон, это железка. Смотри. Какие-то. Вон водоросли сколько тут. Ой, мух сколько. Я помню, тут мух постоянно много было. Тут ступеньки почти. Да. Ну, можно и тут пройти, но лучше пройти по воде, мне кажется. Ты там не заберешься. Мы преодолели вот это говно. Я весь мокрый, потому что пошел снизу. А они сверху. Ё-моё. Вот это да. Вот это я понимаю. Вот это да. Вот это тут волны, конечно, да. Да, я иду, и меня я на камне стою, меня прям водой обдало всего. Я весь мокрый теперь. Эти до сих пор с нами. Как вы назад пойдете, братаны? Сами. Смотри, как гора классная. О, люди. О. Ну вот тебе еще кусочек цивилизации. О, сквозной кирпичик. Ну, прилив здесь, конечно, мощный, это я тебе скажу так. Мощный, он везде водоросли. Хорошо, ветер не такой сильный, меня еще слышно. А был бы ветер, все, кобзда. Воу. Кусочек цивилизации между первым и вторым мысом. Первый мыс мы успешно прошли. Теперь вон второй у нас. Сейчас до него дойдем, а там еще тяжелее, по-моему, будет идти. С каждым мысом все тяжелее и тяжелее. Ну, я, правда, ходю только за три. О, Мари. Забор. О, как же тут круто, я обожаю это место. О. Смотри, а тут прилив уже поменьше. О. Да. О, рыба тут сколько. Рыба, 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 рыба. Ну не, они за нами опять. Слышь? Ой, ну ёлки-палки. Сколько водорослей там на дне. О, маленькая пристань. Ну, понятное дело, это ж оттуда, с гор. Горная вода. А это море, оно прям в море затекает. Ой, уж, уж. Смотри, ужик. Он за рыбой охотится. Там решетки вон, вместо дыр. Вот он, второй мыс. Издали совсем не так выглядит. Лысый. Ой, какой ветер здесь. Господи, боже ты мой. Какой же тут ветер. Да, только красиво. Класс. Ждал я этого три года. А вон скала еще одна. Туда можно сплавать и найти каких-нибудь там, не знаю, рыбок. Бабочка. Бабочка. Бабочка, бабочка, бабочка. Вот она. Летит. Вон скала. Уп. А где остатки железной дороги-то? Ну вот. Прям по ним пойдем. О. Там какое-то ущелье. Вот вам второй мыс. Огромный.
и лысый. Почти. О, травушка. Не буду трогать, мало ли она опасная. Наши друзья остались там. Они догонят. Ну, видимо, да. Так, ну тут уже не так опасно, как там было. Просто много камней. Итак, сейчас мы увидим третий мыс. Четвертый не увидим, он слишком маленький. Надо будет, чтобы его увидеть, там вам надо зайти за третий. А вот пятый, я думаю, видно будет. О, ё-моё. Сыпется все, только прикоснись, уже сыпется. Оу, шприцы. Кошмар. Еще, фу, смотри, что тут валяется. Ну, я не удивлен, в принципе. А? По-моему, оно... И смотри, сколько водорослей, сколько растительности там. О, скалы. Вот тебе, пожалуйста, рифы. Голые, мертвые, ну рифы. Ну да. Не, залежи на скале, вот там, да. Ну вот скалы. Только эти близко слишком. А тут не тронутые скалы. Ну как, может и тронутые, просто давно и... Ой, ну что вы, собаки. О, кто-то позирует. Так, это все еще второй мыс, я напоминаю. Это не третий. Ну чего, чего тебе надо? Ну чего, ну иди. Ой, тут без второй руки не получится. Чем без, хотя бы. О, здрасте, приехали. Валун упал. Его раньше не было, это я помню. О, камень. Камень, в котором много камней. Ты посмотри, капец, тут столько камней, хоть дом строй. О, ну все, 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 давайте, начинайте и уходите. Так, везде опять тухлые водоросли. Мусора сколько? Губки, губки. А, это. Да. У нас под батареями такие. А, над батареями такая хрень. Так, ребят, давайте своими делами занимайтесь подальше от нас. Так. Йоу, как тут высоко, жесть. Ну, в принципе... О, красная стрекоза. Смотри, красная стрекоза. Это что такое? Красная стрекоза. Класс. А вот, подойди, вон она. Красная. Возможно, она опасная. Ребенок был здесь. Ну, возможно, трусы надоели, и он убежал без них. А мама потом ругает его. Смотри, вот прикинь, такие камни были бы у нас на пляже. Ёлки-палки, посмотри. Да ё-моё. У нас на пляже вот такой камень, это редкость. А здесь их вон. Хоть пруд пруди, их нафига. Там он видел, уховертка ползла. Вон он. Вот вам и третий мыс. Вон он. Самый огромный, мне кажется, мыс. Он высокий, он очень далеко до него. Вот. И смотри, вообще нет никого. Цивилизация все остановилась. Больше тут никого нет. В этом мысу нас ждет сюрприз. Однако, сюрприз не из лучших. Ну, потому что, чтобы до него добраться, надо... Чтобы до него добраться, надо подняться по очень-очень плохой лестнице. Если она еще до сих пор там есть. А второе, это то, что как бы внутрь туда не залезть без специальных оборудований. Ну, например, очень хорошего фонарика. Потому что данное место имеет огромную дыру. Внутри нее. Я думаю, все вы понимаете, о чем я говорю. О, а вот тебе и риф. Нате вам, здрасте. Сколько там? Фиолетовая вода какая? О, ё-моё. Титаник. Ну, теперь только по камням пока. О, пожалуйста. Вот тут мы Ой, мы когда в прошлом... Ой, в 3 года назад ходили, чуть... Ноги не переломали.
Ё-моё. О, ты посмотри. Ёлки. Фу. И они с нами до сих пор. Класс. Наши друзья теперь. Вау, и мать. И там паук висит. Вот он. Говнюк маленький. Видно? Не знаю. Видно, да, видно. Вон он. Фух, сколько тут таких еще будет? А сколько их уже на мне? Так, кто-то меня за ногу толкнул. Собачки, вы? Что вы творите? Вот, пожалуйста, приключение вам на голову. Ляпота. О, красное все. Ой, какие камни неприятные, фу. Мягко слишком. Перемешку с камнями. Ой, ну вы чё, ребят? Не знаю, попало это в кадр, но... Да ты посмотри, что они творят. Сколько водорослей, ё-моё. Там вон вообще везде фиолетовая вода, значит там есть что-то. Водичка. Какой же он огромный, а? И вообще ни души. Жесть. Огромное дерево. А вот, вот это вот, это железная дорога. Была. Да. Так раньше воды столько не было, наверное. Как вы видите, тут даже самой дороги-то нет. О, там прям риф, смотри. Прям красота. Слушай, надо будет сплавать сейчас туда. Ну, вон там вот. Жалко, это на видео не запишу. Но... О, я помню этот коридор. Самый скользкий путь. Тут очень много растительности на камушках. И они все влажные. И это добавляет вдвойне больше скользких. О, видал, что творит? О, колючие растения. Лучше их не трогать. Так, интересно. С одной рукой справиться получится. Да. Фу, не, я не пойду по дорожке. Лучше не рисковать здоровьем. Здоровье надо беречь. Господи, какие... Смотри, какие инопланетные цветочки. Ёлки-палки. Как они выглядят. Во. Блин, паутина. Ё, какой паук огромный. Нихрена. У него белое что-то на теле. Цветочек какой-то. Не знаю, сфокусируется у меня камера на нем или нет. А воняет ужас. Все, нашли место поиграть. Играются. Воу. Смотри, какой огромный. И прочный. Обратный путь снимать не буду, скорее всего. Потому что интересного не будет ничего. Будет все то же самое. Только собаки не будут с нами. В принципе, то же самое. У нас продолжается путь. Было очень жарко. Сейчас хотя бы освежились водичкой. И попили, и помылись. Мы помылись соленой. Эти ребята все от нас никак не отбегают. Ну все, это наши друзья на время. Друзья, да? Да. Ну, а что они потом о нас вспомнят разве? О, да. Ну вот тут еще один обвал был. Древний. Где цистерна-то? Причем, там все уже давно прошли, нету, забей. Что ты говоришь, причем? Вот этот, ну не так давно случился. Ну да. Ну вот этот вал, он тут уже лежит миллионы лет, потому что смотри, у него уже водоросли обросли. Охренеть, какая выс... Это, кстати, самый высокий, по-моему, мыс. Из всех тех. Ты как сосна без верхушки просто. О, а знаешь, где верхушка? Здесь. Вот она, маленькая. Ты посмотри, как тут высоко. Ой, господи, головокружение сейчас будет. Там где-то около самого мыса есть красное дерево какое-то. И не одно, возможно. Фу, тут уже растительность появилась везде. Ты точно
давно упало. Я не помню, было такое это в прошлом раз, но сейчас есть. Маленькие. Маленькие, вот так усенькие. Вон, смотри, как. Помидорки. А и как будто, знаешь, раскололо водой. Ну не водой, а об скалы. Знаешь, вот они были идеальными, такие слоистыми. Раньше о, тут какая, вот что. Раньше. Миди, почему там миди? Под водой, да, возможно. Смотри, тут раньше вообще было, наверное, целое. Вот это вот все, оно было вон там. А теперь оно вот здесь. И вот, кстати, кусок дерева опять. Белое какое-то. Бревно. Ежевика. Ежевика, да. Ну ешь. Но я не рассчитываю на то, что все будет хорошо. А вот и красное дерево. Упавшее уже. А. Такие тапочки специальные. Ой, как тут высоко. Что-то я привык постоянно говорить это слово. Да потому что я перепугался, когда меня волной задело. Потому что я обскал, думал. Я в одежде был. Ой, что это? Тут где-то должен быть, где-то должна быть скала засохшая, с засохшими мидиями. Вон, нет, не там, а дальше. Там дальше море вообще везде фиолетовое. О, опять, вот красное дерево с красными листьями. А он прям полностью красный. О, дорожка, можно забраться вон туда. Но лучше этого не делать. О, чайка! Первая птица, которую мы за это приключение увидели сейчас. Какой ж тут ветер, пипец. С моря. Воу. О, это панцирь краба. Мертвого, правда. Господи. Кто-то съел. Тоже интересно. Люди, наверное. Но такие крабы огромные водятся вон там. Да хватит уж. Вон чайки сколько. Их, пернатые. И все улетели. Фух. Я вижу, вон еще какая-то скала торчит. Вон скала торчит. Интересно, он что это? А вон и конец третьего мыса. Да что вы, грязные ноги у меня теперь за них. О, ну вообще, ой, прекрасно. Вау, вау, вау. Ой, где же этот кусок камня с мидиями? Он должен быть здесь. Вообще, вон стены валяются. Вроде с мировой войны какой-то или что-то. Не помню, вроде да. Эти стены с Второй мировой войны тут. Великой Отечественной. А может, Второй мировой. Еще до Отечественной. Но камни, да. Так, сюрприз нас ждет буквально... где-то тут. Или где-то там. Там, да там, да там. Вот там где-то должен быть вход. Сейчас я его не помню, блин. Все ноги в песке. Ой, господи, какая же хорошая вода. Ой, какой красный камень. Они устали. А я нет. Я продолжаю свой путь. Путь за мысы. Где, блин, лестница? Я забыл что-то совсем, где находится эта лестница. С этими, с этим входом. Но я вижу скалу, на которой сидит птица. Ух, собака пернатая. Клювастый, черт. Не знаю, почему я... у меня ассоциация такая с чайками была. И эти вон сидят до сих пор. А у меня вода. Ух, какие деревья высокие. Оу, ты посмотри, сколько тут камней. Вообще жесть. Там осталось немного и будет вход. Наконец-то. Ну, мы преодолели вот эту часть.
А теперь нам осталось преодолеть вот этот валун. В принципе, можно пойти здесь. Или вон там слева, там безопаснее, мне кажется. Мы уже близки. Я уже видел этот вход. Что-то я не понял, а где пещера-то? Я что-то потерял ее. Я, видимо, не заметил. Видимо, я не то увидел. Подожди, сейчас что, уже будет пятый мыс, что ли? Вон она! Вон она! Это все третий мыс, кстати. Он очень огромный. И вот это его конец. Вот это его конец. Дальше будет пятый. Ой, четвертый. Все нормально. А здесь есть рудничок. Господи. Заросший рудничок. Слушай, а что с лестницей? Все, она упала, что? Ёп-палки. Не получится, походу, забраться. Да, она упала. Потому что раньше она мне была вот так. Чтобы на нее забраться. А теперь, видишь, она внизу. Ну, я там был. Вон второй этаж, кстати. Я реально до поезда ехал. Значит, получается, можно еще ниже упасть. Прикинь, Владь? Прикинь, можно еще ниже упасть, потому что вон второй этаж. Ну, вот туда я забирался. Вот это глыба. Да, вот она, эта бочка. Как видите, она большая. И она бетонная. Цемент. Цемент. Так что, ребят, скорее всего, остальные две бочки, они под этой огромной. В принципе, могу показать фотографии, когда я последний раз забирался сюда, потому что я там фоткал. Да, она висела раньше вон там. Да. Я не знаю, на какой хрен вот эту... Веревочку подвесить, все равно нет смысла забираться. Не, ну смотри, рельсы до сих пор... Да, рельсы, вот за них хватаешься и поднимаешься, ну, да, потом. Мы в пещере, смотри. Одинокая пещера. Медведей тут нет, особенно крокозавров. Крокозавров в таких пещерах, конечно, взрывают. Ох, смотри, получилось. Аккуратнее здесь. Море. Так, дорогие друзья, мы с вами залезаем в пещеру. Сейчас камера тут идеально. Тут, конечно же, темно, но, ребята, вон второй этаж. Ой, как тут хорошо, так темно очень, но я вижу все, солнечный свет-то. О, вон там очень темно глубоко. Туда лучше не ходить, ребят. Ух, а теперь самое страшное, слезать отсюда. Да еще и с планшетом, вот вообще мне... Сбрело в голову взять с собой планшет. Все, ладно, ребят. Ну, сейчас уже этого не сделать. Поэтому только скалолазным путем. Ну что, ладно, пропускаем пещеру. И сейчас мы увидим четвертый мыс. Маленький. И очень большой пятый. Ну, длинный. Ёп. Капец. Воу. Вон он, пятый. И вот он, четвертый. Я в прошлый раз думал, что вон тот дальний, это пятый. Но нет. Это четвертый. Это ой, в смысле, это четвертый, а это пятый. А вон он, четвертый. Вот он. Ура! Вон он, ребята. Четвертый мыс. И нет, это не вон тот, который сбоку. Нет, это не вон тот. Это тот, который дальше всех. Вы видите? Вы вдали видите этот мыс. И это четвертый. Вот то, что вот это слева, это третий до сих пор. А вон тот четвертый.
стоп. Подожди. Это не... Так там пятый? Тут еще один есть, смотри. Охренеть. Блин. Капец, я хочу за четвертый, за пятый. Но это уже не сегодня, к сожалению. А вон там далеко-далеко-далеко есть еще один. Ну, Гадаут скорее. Фу, ребят. Ну что ж, сейчас, подожди. Вот в этом месте у меня всегда два или сколько раз я сюда приходил, была контрольная точка. Теперь она снова здесь. Нет, теперь точка назначения не это место, а вон то. Ну, докуда можно дойти? А вон тот дальний сам, это уже Грузия. Нам туда не дойти. И не ошибка-то надо. Так, ну все, тут я уже не ходил, тут я уже ничего не знаю, поэтому, ребята... Фу, для меня это первый раз. Я здесь еще не ходил. Но четвертый мыс я вижу. Тут должно быть ущелье, в которое можно попасть через пещеры. Так, вот он. Вот он, четвертый мыс. Тут пипец, тут пройти вообще нереально. Тут вон, паутина везде. И водоросли. Водоросли. Вот это да. Фу, паутина. А, у меня все ноги в камнях. Ну, сейчас дойдем почистим. Смотри, опять цивилизация появилась. Ну, что ты будешь делать? Домик какой-то. А, шалашики, ни хрена. А, да, это ж ущелье. Это ж ущелье, точно. Четвертый мыс, он самый маленький, но тоже достаточно высокий. Вон там я вижу пристань. Еще одну. И шалашики, домик. Слушай, тут еще одно место для отдыха. В смысле, откуда оно-то взялось? Но нам надо дальше. Я должен дойти дальше. Фу. А, воу. О, ущелье. Фига. Йоу. Класс. Вот тебе и дорожка. Цивилизация, мой лагерек. Блин, опять камней навалом. В ноге. Но он пристань. Буйки. Почему-то очень близко. Возможно, открытое море. А вот вам и... домик. Класс. Столовка вон. Ну, кафе. О, красиво. Там мостик. Но мне туда. Смотри, как буёк близко. Че, дальше плыть нельзя, получается, да? Нормально. Все, опять люди пропадают вон. И дальше опять у нас... стена. Ни хрена. Ой. Что это за стеночка? Что это за стеночка такая? Крепкая. Воу, 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 воу. А, ни хрена. Это что, заброшенная вышка спасательная? Нифига. Ха, прикольно. Ой, какая древняя пристань. Жесть. Вот, брат говорит, до сюда доходил. О, видите, забор. Но он уже весь... он уже ржавый. От него осталось только вон два кусочка. Только, да. И все, а там он вообще... пародия какая-то. Но он до сюда по сути и шел. Вон он, торчит, видишь, проволока из воды. Да. Вот я думал, там все здесь было. Ой, вон, вот этот пароход ходит. Да, и за этим мысом будет что-то интересненькое. Вот, за четвертым должно быть что-то интересное. Не знаю, получится нам дойти до пятого. Не, это вряд ли. Запретно. А мы как
спорим, что там. Ну да. Если возможно будет дойти, дойдем. Что нам? Дышить некуда. Ой. Дорогу домой мы знаем, вон по дорожке. А может и там будет выход на дорогу какой-нибудь. Какие-то вон трубы. О, море фиолетовое. Тут водоросли до хрена. Вон пятый мыс. Вон маленький самый. Самый низкий, но самый длинный. И весь из деревьев состоит. Я вижу какое-то здание там. Непонятно. Бой! Вот это... Охренеть! Да это еще один, смотри! Так вот шестой, ой, пятый, вон шестой. Да что за хрень-то? Сколько их здесь? Ну теперь-то их точно шесть. Все, это точно... Блин, я думал, это пятый. Ты посмотри, какой там мегаполис, елки-палки. О, интересно, а что там? Ну все, идем до пятого, что уж. Что бы и нет. Туда я не знаю, пойдем или нет, слишком... Неизвестно. Интересно, а тут есть пещеры какие-нибудь? Фу, да блин, сколько их можно уже, а? Ты, блин! Я, это четвертый, это пятый, господи, я уже запутался. Ладно, будучи мелким, вообще думал, что это четвертый. А это шестой. Шестой! Вот пятый, вот он, маленький. Он еще меньше. Он еще более короткий. Господи. Блин, сломаешь. А обгоревшее бревно. Там пещерка. Или нет? Огромная пристань. Вот это тут склоны, конечно. Ой. Свежие водоросли. Мы, короче, решили не идти до шестого, потому что он слишком далеко, и не факт, что туда еще нас пустят. Вау. Что-то какие-то странные. То белые, то зеленые. То красные, то синие. Разноцветные листва. Блин, там какой-то обвал. Я хочу узнать, что там. Там, наверное, люди ходят. Да, конечно, я согласен. Ходить по таким камням 2.5 часа уже. Это просто отстой. Ну, что делать? Перебрались через воду. Жесть. Там вообще хрен пройдешь. О, еще какое-то место бетонное. Жесть. Тут прям еще хуже дорога. Я лучше по воде пойду. Шина! А может и колесо целое? Нет, шина. Такая огромная. Ты что, трактор упал, что ли? Слушай, а он не такой уж высокий здесь. Можно забраться дальше. Ёлки-палки. С меня размером. Шина. О. Ни хрена это что за дерево такое? Пипец, он все ближе и ближе. Но мы до него не дойдем. Вау. Вау. Еще скалы. Ой, а море-то чище стало. Интересно, а что же находится за Темосом? Еще один? Вполне возможно. Вообще можно Пицунду сверху рассмотреть и узнать, где еще какой мыс. И что за ним находится. О, опять стрекоза летит. Фу, блин. Что он забрал? Слушай.
Что-то как-то тут опасно. Ну, это пока тупик. Потому что дальше пробраться вообще нереально. Везде обвал. Кошмар. Ну все, тогда... В следующий раз. Ну, обратную дорогу записывать не буду. Мы пойдем по дороге. Хотя, если что-то будет интересное, можно записать. Как же я обожаю все-таки эти места. Всегда получаю дозу адреналина, когда прохожу мимо таких высоких мысов. Они очень красивые, причем каждый мыс отличается от другого. До каждого добраться можно совершенно по-разному. Где-то спокойно пройти по песочку, а где-то лазать по скалам. Таким получилось наше приключение. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Подпишитесь на меня в других соцсетях по ссылочкам, которые есть в описании. Жмите на колокольчик уведомлений и не забудьте, что ссылка на плейлист с приключениями в Пицунде есть в описании и в подсказках ролика. А также хочу выразить огромную благодарность моим дорогим спонсорам, которые активно участвуют в жизни моего канала. Если вы тоже хотите стать спонсором канала DriveFire, то переходите по ссылке, которая есть в описании, или же жмите на кнопку «Спонсировать» рядом с кнопкой «Подписаться». С вами был DriveFire, всем удачи и всем пока!